И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Crash Bandicoot 3, американскую версию, на время. Третий уровень, Orient Express. Итак, погнали. Только платина меня устроит. А, нет, черт, надо было наверх. Что-то я позабыл. Немножко. Ну ладно, сейчас. Думаю, справимся. Нет, не взял секунду. Секунду не взял. Черт, одну секунду не взял. Нет. Надо переигрывать. Ай! Работало. Отлично. Так. 15:30. Я не знаю, что это мне даст сейчас. Нет, это золото только. Не пойдет. Нужно быстрее. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я так затупил. Интересно. Может быть, прыгать надо почаще все. Ай!
Ну давай, давай, давайте, ребята. Там явно чутка не хватило. Не нужна мне эта маска, в принципе. Нет, мне кажется, я отстаю сейчас. Ну да. Черт. Нет, сучи, 3 секунды не сбил. Неудача. Да куда ты падаешь? Лучшее время пока что. Но мне кажется, его тоже не хватит. Ну да, этого мало. Нужно еще быстрее. Пам-пам-пам-пам. Блин, что я наделал, а? Где выиграть еще время можно?
здесь вот может быть. Нет, секунду не взял. И сколько там нужно для платины? Интересно. Забыл. Пять тридцать на первом рубеже. Секунду не взял. Вот сволочь. Ай! За что? Почему? Так, ладно, все, отставить шутки. Да, блядь, бочки сраные понаставят. Куда ты, блядь? Да ёб твою мать! Смешно. Нет, что я наделал? Зачем я прыгал? Тут можно и так. Пять двадцать шесть, хорошее время. Сука, поймала все-таки. Бум-бум-бум-бум-бум. Секунду опять. Опять мимо секунды. Почему я такой? Чайник.
Опять мимо. Тут вообще, не сбавляя ходу, надо все делать сразу. Да, есть риск вот так вот провалиться в яму. Это тоже надо учитывать. Да куда ж тебя несёт, блядь? Опять мимо. Чёрт. Эх. Я бы всё равно бы уже провалил всё. Секунду-то я не взял. Опять-таки. Вау. О, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где-то надо схитрить. Блять, 3 секунды. Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
взял. Черт, плохой результат. Надо где-то выжить еще. Опять упал. Почему? Да куда ты? Чёртова секунда. Нет, естественно. Вау, что я наделал? Интересно, с левой стороны, если часы брать. Хотя, наверное, без разницы. Трёшка. Трёшечка, трёшечка. Вау, что я наделал, дурак? Зачем я прыгнул? Зачем я нажал на эту кнопку? Зачем? Да куда ты, блядь?
Чего? Ха-ха-ха. А такое было время у меня уже разве? Я не помню. А, это лучшее время пока что. Но нет. Оно не призовое. Так что надо стараться еще лучше. Это выжимать эти секунды. Ну да, конечно. Конечно. Ха-ха-ха. Смешно. Стоп, а может быть я могу туда без трамплина запрыгнуть? Может, и могу, кстати говоря. Без помощи трамплина этого. Ну, давайте пробовать так. Трамплин реально
сколько-то убивает секунд. Ах ты, черт. Может, надо заранее прыгать? И без трамплина уже не обойтись. Нет, зачем я прыгнул? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Нет. Нет, 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 нет. Чего ж не запрыгиваешь, что, блядь? Вау. Не, ну это вообще мимо как-то проехал. Улетел.
Да ё... Что происходит, а? Почему в последнее время я вот так вот погибаю? По-тупому. Весело, весело, весело. Твою мать, а? Где я опять накосячил? Где? Не, похоже, все-таки надо прыгать. Не взял. Блять. Где я еще не подыхал? Остались такие места. Ах ты, сука. Не взял, не взял, не взял, согласен. Thank you.
Да ёп. Да уж. Скачки. Плохое время. Плохое. Надо лучше, быстрее. Нет, 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 нет. Не везет что-то. Нет. Да. Ёлки-палки. Ну почему?
Почему? Почему? О, хорошее начало. Да куда? Провались ты, блин. Как я не взял эту секунду? Как, скажи? Уже хуже. 5:40. Блять, бочка сраная. Опять бочка сраная. Да. Не.
Да. Конечно. А, вот оно как. Понял. Не-а. Значит, можно эту яму не перепрыгивать. Так, а какие еще короткие ямы можно так вот объезжать, получается? Блин, секунду не взял. Секунду не взял. Очень плохо. Это очень плохо. Ай-яй-яй. Пам-пам-пам-пам-пам.
Было такое уже время. И оно не очень хорошее. А, блин, я опять перепрыгнул через эту яму по привычке. Не-не-не-не-не-не. Это все бесполезно. Черт, секунду. Секунду, как можно сбить все деревянные, кроме ящика, секунду. Как так умудриться еще можно сбить, блин. Ну, конечно. Опять не сбил. 5 секунд покуч проехал. Да, застряла здесь надолго. Чувствую. Конечно. Да. Да. О, стоп, а может быть так вот можно как-то? Нет, нет никакого шаманского способа. Жаль. Видимо, все-таки нету. Ну ладно. Слишком широкая яма. Видимо. Как не взять 3 секунды?
Объясни мне, Крэш, Коко, блин. Все равно я не понимаю. Аш, аш. А, вот она еще, дырочка-то нашлась. А вот еще дырка, кстати. Кстати говоря. Я нашел, где можно увидеть еще. Выжить секунду себе. Надо чисто играть, чисто вот. Ну давай. Ну тут не прыгаем. Тут прыгаем. Черт, а почему? Блять. Начальное, что ли, время было плохое? Я же выжил. Может и тут дырку не стоит перепрыгивать, блин. Хотя, бред. Вот сейчас хороший старт, в принципе. Ах.
Во, отличное время. Ах ты, блин. Заразина. Да, жалко эту дырку никак не пройти. Во, кстати, хорошее время на этот промежуток 56, не знаю. Давай, давай, давай. Нет. Опять не везет. Почему? Ах, ушел. Ущель. Опять ушел. Вновь ушел. Интересно, прыжок правда что ли ускоряет? Правда, правда ускоряет. А, интересно.
Блин, нет, не попал. Черт. Черт, зараза. Не, ну здесь явно это было лишнее делать прыжок. Есть 1763. Ну, это должна быть платина. Да, фух. Сколько мучений. Наконец-то. На этом я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.